Привет, друзья! Сегодня поговорим про 6 шагов низкоуглеводного питания к цели по снижению веса и улучшению вашего здоровья. Завтрак – это не десерт. Замените сладкий завтрак, содержащий много углеводов, сахара, на более полезный низкоуглеводный. Утренние хлопья, выпечка, маффины, булочки, блины, сладкий йогурт, сладкие коктейли – все это варианты плохого начала дня. Сделайте салат из овощей. Ешьте яйца, бекон, куриную грудку, орехи, сыр, простой жирный греческий йогурт с несколькими ягодами, можно размороженными, или остатки продуктов после вчерашнего ужина. Попробуйте не добавлять в ваш любимый кофе сироп или много сахара. Выпечка, батончики и чипсы не подходят для перекуса. Замените их на более полезные продукты. Сыр, йогурт без сахара, нарезанные овощи, консервированные оливки, вареные яйца, орехи являются хорошей альтернативой. Сладкие напитки не относятся к полезным продуктам. Скажите им до свидания. Прекратите пить газировку, спортивные напитки, энергетические напитки, лимонад, сироп, шоколадное молоко, подслащенный чай и кофе, фруктовые соки – все, что содержит сахар. Какая лучшая замена этому? Вода. Все млекопитающие на этой планете пьют воду, и мы не исключение. Для большинства людей сладкие напитки – это просто вредная привычка. Но что делать, если вы зависимы от газировки? Ну, звучит экстремально, но с некоторыми такое действительно случается. Попробуйте перейти на диетическую газировку, пока не научитесь отказываться и от нее. Но помните, что подсластители любого вида могут вызвать сахарную зависимость. Найдите альтернативу и сократите количество сладостей и десертов. Есть несколько способов сократить потребление сладких лакомств. Например, приготовьте низкоуглеводный или кето-десерт. Берите меньшую порцию сладостей. Ешьте десерт и сладости реже. Не ешьте сладкое перед телевизором, компьютером или вместе с телефоном. В продуктовом магазине не заходите в хлебный и кондитерский отдел, а идите прямо туда, куда вам нужно, например, к овощам, мясу, рыбе. Для некоторых очень темный шоколад, более 80% какао, является легкой и приятной заменой десерту. Он содержит мало сахара, но все же ощущается как лакомство. Вам может потребоваться некоторое время, чтобы перейти к самой темной версии шоколада, но со временем, когда в вашей жизни будет меньше сахара, ваши вкусовые рецепторы приспособятся. Попрощайтесь с обезжиренными и низкожирными продуктами. Если вы не едите жир, вы, вероятно, едите углеводы вместо них. Чтобы сделать продукты с низким содержанием жира или обезжиренными продуктами более привлекательными, скорее всего, производитель продуктов питания уже заменил жир с сахаром или крахмалом. Замените обычные порции высокоуглеводной и крахмалистой еды на более полноценную и здоровую. Картошка, макароны, рис, хлеб. Не знаю. Съешьте половинку, а не целый кусочек хлеба в обед. Для большей сытости можете намазать его маслом. Можете попробовать вообще не брать хлеб к обеду. Когда едите гамбургер, не ешьте верхнюю булочку. Можно не есть и обе булочки. Вместо картофеля фри или домашней жареной картошки обжарьте нашинкованную капусту или отварите немного риса. Сделайте спагетти гарниром, а не основным блюдом. Или вообще, сделайте спагетти из кабачков. И помните, ваше здоровье в ваших руках.